еще тема вот супертяжи, будущее Тайсона Фьюри. Вот многие говорят, что он будет дальше боксировать. Вот ваше мнение, как вы считаете, Тайсон Фьюри будет дальше боксировать? Я думаю, если Джошуа выиграет, то он будет Джошуа драться. Будет. Если Усик выиграет, то не будет так, чуть шоу-боксинг, что он там говорит, то... а так нет. А если Джошуа выиграет, я думаю, что он с ним еще раз боксирует. Как говорят сейчас, модно говорить, мега-бой будет такой, да? Да-да-да, вот этот, что с Англией, вот, сам, ну, все титульные, никогда в жизни такого бывало, по-моему, да? Двое боксеров с Англией против, ну, для всех пояса. Но Фьюри все-таки лучше супертяж, если сейчас вот брать по уровням. Ну, по идее, да. Да. Он, для меня он и Усик, да, вот этот поединок будет вообще великолепный. Ну, мне кажется, Усику сложно было бы, ну, потому что все-таки, ну, да, масса, то, что масса очень. Он подвижнее. Фьюри подвижный, да, тоже. Да. Ну, и говорю о Тайсон Фьюри. И он большой, двигается, блин, как змея, ну. Поэтому будет тоже такой непростой бой. Не-не-не. Это будет тяжелый, очень тяжелый бой, да, для Усика, да. Ну, посмотрим, как пройдется. Да.